Станция Котельники. Выход к автобусам до аэропорта Жуковский. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Здравствуйте, коллеги. Мы прибыли на место отправления трансфера. Сейчас будет обзор, что у нас по вещам. Пока без петуха. Выглядит все примерно вот так. Вот, надеюсь, мы поместимся. И Куйбышево соединение Москвы-Самары. Вот это, я, кажется, это знак. Все, начинаем. Уже одна женщина напротив нас, которая шла, была похожа на курицу. Ты не обратил внимания? Я теперь везде вижу петухов. Леон. Алло, мы подошли. Все, нас ждут, нас увидели. Клетка готова. Остался петух. Корм надо было, может? А корм у нас есть. Есть, да? Да. Ну, сейчас на их двое с хвостами, вот из этих мелких. Они друг другу хвост зачем-то оторвали. Знаешь, я от Казани видно. Они летают высоко, если что. Да? Да, я, видишь, крылья подрезала ему. Ровненько. Сколько ему? Сколько ему? Галь, я прислал номер, переводи. Да, нет, надо 6-7. 6-7. У них, видишь, вот по вот этим можно, вот на ноге, видишь, палец этот торчит. Вот такой. Ага. Если вот он длинный, то взрослый. Ну, в январе, наверное. Да, в конце декабря, ничего, в январе. Конечно, ничего не говорят. Ну, у нас они все, вот по 7 и 2 вот этих старых взрослых. Да. Но они просто с другого это. А что делать с ним? Мы на фестивале его везем. А потом? Будет главным героем. Потом мы себе сберем. Не, его если держать, он прикольный. Он обрастет вот эти крылышки, он растут. И хвост у него большой. Они просто зачем-то, говорю, хвост выдирают. Владимир, берут сейчас. Подружишься. Ну реально такой черный, просто глаза черные, все черное просто. Thank you.
отек. Смотри, я саунд-дизайн просто включил. И он подкрикивает. Ну, блин, мне кажется, он охрипнет. Ты чё, почему склевать? Культуры хорошо реагируют на уникальный призыв, звонок или свист. Они быстро поймут, что этот звук предназначен только для них. Вот. Звонок или свисток может быть абсолютно любым. Чтобы привыкнуть к звонку, требуется всего неделя или две. Друзья, с радостью приглашаем вас принять участие в проводах черного петуха в лес. Это будет незабываемое событие, наполненное таинственностью и приключениями. Мы будем исследовать удивительные тропы леса, погрузившись в его магическую атмосферу. Не упустите возможность окунуться в загадочный мир леса и присоединиться к проводам черного петуха. Приветствуем вас от лица от группы «Муха». Сегодня мы провожаем черного петуха в лес. Это событие может стать рождением новой приметы в современном мире. Что будет, если черный петух выйдет из леса? Будьте внимательны и осмотрительны. Замечайте, всматривайтесь, интерпретируйте, ищите. Если встретите черного петуха в течение следующего дня, задайте ему свой вопрос. На утро 30 числа 7 месяца года приходите встречать петуха криком и песнями, светом и ликованием. Расположитесь друг напротив друга двумя рядами. Образуйте дорогу пернатому гостю фестиваля. Спойте ему колыбельную на ночь грядущую. Используйте мягкую и успокаивающую мелодию. Вы ее услышите. Молодой человек, а зачем вам вот этот пушок? Выключите лишние шумы и создайте тихую обстановку, чтобы черный петух мог услышать ваши напевы. Спойте с чувством. Во время исполнения колыбельной старайтесь вложить в нее все свои эмоции. Почувствуйте связь с черным петухом. Не забывайте, что черный петух – это символ и мифическое существо, поэтому ваша колыбельная может быть вдохновлена его характеристиками и атмосферой. Важно быть искренним и передать через песню свои чувства и пожелания черному петуху. После того, как петух перестанет быть виден человеческому взгляду, поделитесь с ним светом. В этом вам помогут фонарики ваших телефонов. Осветите черному петуху его путь. Этот символический акт выразит вашу связь с мифическим существом. Предложите петуху, чтобы он расцелил этот свет с вами. Это может быть моментом сосредоточения и передачи ваших намерений и энергии. Визуализируйте яркий свет, который исходит из вашего сердца или из центра вашего существа. Разделите этот свет на две части. Одну для себя, а другую для черного петуха. Не забывайте, что эти действия имеют символическое значение, и важно быть искренним и сосредоточенным во время проведения ритуала. Поделиться светом с черным петухом – это способ установить связь и выразить свои намерения и желания в его присутствии. Thank you.
Его не видно вообще. Сами узнаем. Да. А спасибо. Это, спасибо. Его покушать можно? Да, это просто кормить. О, спасибо. Спасибо. И пошли мокс, встречать да. Спасибо. Мне не подвластен. Можно, пожалуйста, немножко? Большое спасибо. Спасибо. Мы придумали классный концепт. Мы его опускаем в чай, и получается сладкий чай. Очень вкусно. И первым дадим ему клюнуть, потом дадим покушать гостям, и гости получат авторские открытки, так все время уже говорю по поводу дедцов, извиняюсь, получат авторские открытки, что будет, если черный как уходит. Мы покупаем.
Ребят, договорились, короче, с театралами, они готовы шарманку организовать. Данил, если можешь, подойди к Марии вечером протестить и музыку скинуть. Я серпинки съеду. Да? Я серпинки съеду.
Если черный петух выйдет из леса, будет фигура, как у Геркулеса. Спасибо.